А я могу предложить вам особенную работу. Какую? Если я отвечу вам на этот вопрос, вы уже не сможете отказаться. Здесь все со знаком сверхсрочно. Поторопись. Ну что ж, мы всегда с тобой сможем договориться. Для страны ты давно уже покойник. И в случае твоего отказа работать с нами, я могу убить тебя вот прямо здесь. И мне даже не понадобится писать отчет. Воины Аллаха не умирают. Они попадают на небеса. Алло, Жанна, это я. Майкл, я рада вас слышать. Впрочем, вы несколько поздновато. Ах да, ваш день. Я подумал о вашем предложении по поводу особенной работы. Ну, что вы решили? Я согласен. Жень, ну далеко да еще. Да мы нет. Уже на месте. Ну а где? Да вон за теми кустами. Лех, давай посадим. Давай. Я этот лаз уже разведал. Он идет в сторону старой Москвы. Ведет, ведет, но никуда не приводит. Я вообще не помню ни одной ходки, чтобы все без проблем было. Постоянно натыкаемся на линии метро. Один раз решили сделать подкоп под рельсами. Так у нас одного парня так долбануло током, мы потом его на руках выносили. Хорошо не насмерть, оклемался потом. Ну все, я пошел. Слушайте, ребят, может мы все это зря затеяли, а? Да ладно, ты не бойся, сегодня экстрима не будет. Так себе прогулочка. Давай. Опа! Гоу! Жень, что одевать надо? Да подожди ты, не мешай. Я тогда больше 300 метров прошел. Но вдруг газом запахло. А я, как назло, противогаз не взял. Пришлось вернуться. Опасно, не там. Ничего, в этот раз порядок. Я противогазы и респираторы взял. Не люблю авантюр. Помнишь, как 2 года назад синие с крысой задохнулись? А-а-а. Так их потом только через 5 месяцев нашли. И то одни скелеты. Крысы все обожрали. Давайте вернемся. Сейчас. Все, бросим и вернемся. Дань, от тебя я не ожидал. Наверху ты посмелее была. Да ладно, не дрейф. У меня больше 200 колек. Меня вся тусовка уважает. Пошли. Эй, меня подождите. Добрый день. Здрасте. Вы почти не опоздали. Вы знаете, в наше время почти вовремя это пик пунктуальности. Воды не желаете? С удовольствием. Да, Кондратюк. Продолжай наблюдение за Коваленко. Он в ресторан за городом заехал. Там его уже час Гашковский ждет. Да лидер какой-то там зеленой партии. Эколог. Ну все, до связи. А вы слышали, что в Москве говорят о создании вертолетного парка? Первый раз слышу. Странно. Вы же эколог. Молодочек, можно? А огромное количество транспорта, кошмарная загазованность. Люди задыхаются, кашляют, больницы переполнены. Ну, альтернатива этому давно известна. Транспортное электричество. В чем проблема? Устоявшийся рынок энергоносителей.
А это власть. Слушаю вас. Чай, зеленый. Сию минуту. Спасибо. Это власть, контроль, мировой порядок. Да-да. Да, но какой ценой? В результате страдает экология. Ребята, идите сюда. Вот эта метка. Я ее поставил. Я дальше тогда не пошел. Вроде газом не пахнет. Да, вот эти вот тоннели, они тянутся под всей Москвой. Их специально рыли в стратегических целях. Жалко, система в целом развалена. Канализации, фундаменты. Где завалено, а где просто замуровано. А погибнуть под завалом для диггера – это круто. Да не слушай ты его. Это он перед тобой выделывается. Что это? Страшно? Что это такое? А помнишь, я байку рассказывал про черного диггера? Диггера. Да, который искал золото Ивана Грозного. Его завалило лет 10 назад. Вот он с тех пор воет от скуки. Да ладно, Женька, качай поты, гоняй. Решили, значит, идем. Ладно, а байки будешь наверху рассказывать. Я слышал, что ваша партия выпускает журнал «Мир экологии». Журнал убыточный, но без печатного органа нам никак нельзя. Ну да. Надо ведь как-то влиять на общественное мнение. Простите, значит, журналиста Богдана Сокарева вы знали? Ну, не то чтобы знал, но на похоронах был. Угу. Нелепая смерть. Талантливый был парень. Грамотные статьи писал, знаете. Вообще, ему можно было сделать любой заказ. Ну и, конечно, платили мы ему побольше. Это в убыточном журнале? Просто спросил. Кладка, кажись, довоенная. Ой, Жень, она может быть и дореволюционная. Во, смотри, а это что-то новенькое. Зал какой-то с колоннами. А? Надо будет посмотреть, сейчас залезу. Слушайте, ребят, ну пойдемте уже наверх, а? Ну, у нас материал уже дофига снят, правда, Леша? А, ты опять? Ну что, Аня, опять? Ну что? Да ладно, не бойтесь, я уже пол Москвы под землей пролез. Там никого нет, кроме черного диггера. Ну давай, все, я за тобой. Леш, давай снимай, что стоишь? Жень, ну что там? Давай, снимай. Значит, Сокареву можно было делать любой заказ. А кто заказал ему статью о пищевых добавках? Я не знаю, кто делал Сокареву заказы. Ну, историю закрытия сети ресторанов «Пикник» вы знаете. Статья вышла после этого. Смысл? В нашей партии я отвечаю за общественные акции. К печатному органу имею весьма отдаленные отношения. Так что я не очень понимаю, чего вы от меня хотите. Саня, лезьте сюда. Только у меня что-то фонарь барахлит. Все, сейчас. Давай. Так, я сейчас полезу. Вы потом рюкзаки подадите, ладно? Ладно. Жек! Жека! Ты что молчишь? Молчи что-то. Жек, что молчишь? Я искренне полагал, что предложенный вами разговор о телепередаче пойдет о привлечении инвесторов в экологические программы. А уж никак не о смерти какого-то журналиста. Да, легко вы относитесь к человеческим жизням. Странно для эколога. Но видите ли, мы партия маленькая. Даже представителей в парламенте нет. А у меня нет времени говорить неизвестно о чем. Назад! Thank you.
Что вы там смотрите? Кто вы такой? Журналист. Тем более отойдите. Хорошо, шапочку. Ну что, не догнали? Да нет. Да. Веселенькая история. Интересно, за что его так? Убить хотели вас. Типун вам на язык. А я-то тут при чем? Владимир Юрьевич, захотите вспомнить, кто был заказчиком у Богдана? Позвоните. Будьте осторожны. Наймите охрану, хотя больше охраны, больше трупов. Перестаньте. Да. Да мы никого там не видели. И не слышали. А он первый, Женька, он первый полез в этот район. Вот, а я следом за ним полез. Я залез, а его там нет. Я позвал, он не отвечает. Потом фонарик с рукой. Да? А может, вы его сами пришили? Ну, за мелкие денежные долги или за наркотики. А теперь все валите на какого-то черного диггера. У вас что, крыша поехала? Товарищ майор, я ведь сам в милицию позвонил. И потом эти корреспонденты, они видели? Крыша у меня на месте. И случаи в моей практике такие были. 2 года назад один мужик жену свою топором зарубил. Сам в милицию заявил. Месяц следствию помогал. Плакался гад в жилетку, а потом оказалось, что он еще и любовницу свою пришил. И скормил обеих свиньям. Вот такой был парнишка. Вот здесь распишитесь. Ага. Никуда не выезжать. Понадобитесь, вызовем. Угу. Пропуск ваш. Все, можете быть свободны. Спасибо. До свидания. Ну, что скажешь, Ген? Да бред какой-то. А у нас в управлении весь бред отдают расследовать именно мне. Мне даже кличку придумали. За глаза. Агент Малдер. Хорошо, хоть тебя в помощники дали. Рука это у медэкспертов. А завтра дадут заключение. А в МЧС я сразу позвонил. В тоннеле работает поисковая группа. Думаю, завтра будет первая информация. Да, Ген, возьми у них карту этого, ну, этих подземных городских коммуникаций. Я думаю, пригодится. На сегодняшний день прогулки по подземной Москве уже возможны в рамках экскурсий под руководством опытных профессионалов. Но есть и одиночки-любители, которые заранее подвергают свою жизнь опасности. За последний год уже известно 50 смертельных случаев. Сегодня к этому числу прибавилась еще одна жертва. Пойдем. Ну что? Да ничего. Кроме этого пятна крови. 10 км прошли, а там уже такие лабиринты. За год не обойдешь. Вот только Гоша удивил. Чем? Попервой след брал и шел уверенно. А в одном из тоннелей сначала рычал в темноту, а потом... Я первый раз видел, чтобы он боялся. Мы, конечно, там все осмотрели, никого, кроме крыс. А Гошка вперед не пошел. За нами тащился. Что это? Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, Семен Павлович. Вот как только вижу вас, вы все с ведром. Когда же у вас мусор в квартире кончится? А что-то, Михаил, женщины к вам перестали заходить? Да. Не доработали. И попугая не слышно. И обысков не делают. Расслабились. Расслабились. Да? Угу. Ну что ж, учтем. Ситуация такая, что для вашей безопасности вы должны уехать
из страны. Ага, отлично. А кто ты такой, чтобы заявляться ко мне в дом? Кто ты теперь такой, чтобы указывать, когда и куда мне ехать? Как проклятие из прошлого, и рада бы избавиться, да невозможно. Пойми, пойми, я вышла замуж за достойного человека. У меня теперь другая жизнь, другая. Твоя жизнь – это фильм ужасов. Ты сам ее выбрал. Только мы тут теперь ни при чем. Уехать надо. Да иди ты! Все, к лесу бегите. А? К лесу бегите. Ага. За границу в Люксембург. Я буду там учиться, а мама будет ходить по супермаркетам. Я? Как же я? Мама говорит, самое опасное место на этой планете, это рядом с тобой. Может быть. Может быть. Только я очень люблю тебя, помни об этом. Я тебя тоже очень люблю, только не говори маме. Ксюша, Валенка, у нас рейс. Ты уже сделал все, что мог сделать для нас. Хватит калечить нашу жизнь. Только приезжай к нам, а то я тебя забуду. Пойдем. Ну все, пошли. Не думаю, что им до сих пор опасно. Наш правил кровью написан. И нарушай их, ты это знал. Заповедь первая, не женись. Уходи, не нужно тут стоять. Плохо. Температура была за 41, еле сбили. Взяли пункцию спинного мозга, так и есть. Церебральная малярия. При обычной и то смертность достаточно высока. А при церебральной почти 100%. Уходи, док. Она, скорее всего, умрет. Сначала в баню, потом процедуры. Потом баня. Сейчас дорога каждая минута. Экспресс-анализ очень плохо. А. Теперь все. Но баня до вечера нельзя. Завтра повторный анализ. Ну как, док? Выхожу из джунглей, стоит трактор Харьковского завода. Проржавел так, что колеса отвалились. Все. Закончился экспорт коммунизма в дружеские африканские страны. Что скажете, товарищ генерал? Меня ненавидишь или ее любишь? Ни то, ни другое. Но если она умрет... Что тогда? О решениях личного характера докладывать не обязан. Но если не знаешь, что вот это такое... Пойду в полный отказ, и вам придется отдать меня под трибунал. Как ты у них кровь-то взял? Потом расскажу. Не ответили. Для того, чтобы воевать в джунглях, белому человеку другая иммунная система нужна. А ответ здесь. ДНК человекообразной обезьяны хранит иммунную память о всех тропических болезнях. И если эту кровь ввести в ДНК белого человека... то наш солдат сможет воевать на всех широтах. То есть, подожди, я понял тебя.
Значит, надо взять кровь обезьяны, вколоть человека, чтобы он вернулся сюда и воевал здесь, в чужом доме. А нахрена вообще, когда у нас своя страна гибнет? Да пойми ты, СССР не будет, Россия останется. А Россия всегда великой была. Все, все. Ну что? Да ничего. Поиски спасателей результатов не дали, причем с собаками. Думаю, на это можно ставить крест. У них и так каждый день работы валом. Обещали в течение недели сделать профилактический обход, да и то не сами. Свалили все на мэрию. Пусть, мол, говорят, ассенизаторы ищут, чистят, люки решетками заваривают. Так что, товарищ майор, если труп где-то и лежит, крысы сожрут его без остатка. Ну, с этим ясно. Эксперты что говорят? Да цинизм какой-то оголтелый. Как к ним не зайдешь, смеются по всякому поводу и анекдоты травят. Я не понимаю, это все, кто работает с мертвечиной, становятся циниками? Защитная реакция. В общем, рука эта. Обычная мертвая рука. Только отгрызенная. Отгрызенная? Ну да, так и говорят. И кто ж ее отгрыз? А вот это не могу знать, товарищ майор. Эксперты просили подождать. У них, если честно, сегодня у начальника отдела день рождения. Я думаю, что я один не сплю в такую рань. Почему такие хмурые, как ежик в тумане? Да не спали всю ночь. Погуляли по московской канализации. Ну да. В итоге один труп. Да и тот никак не могут найти до сих пор. А тебя что, не видно? Рыщешь где-то, как одинокий волк. Ты-то чем сам занимаешься? Да вот, на экологию запал. Хочу сделать цикл передач про экосистему современного города. Аня, позвони мне. На разговор есть. Хорошо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как до тебя достучаться-то? Опять свою игру играешь? Пойми ты, без прикрытия люди долго не живут и тяжело умирают. Не важно сколько, важно как. И потом мы с вами квиты. Вы дали мне жизнь и свободу, я вам информацию, которая спасла миллионы людей. Честная сделка. Какие проблемы? Есть проблема. Изобретение Глеба Савченко. Его приборный комплекс «Жизнь и смерть» в одной упаковке. Не знаю. Я дал всю информацию. И заниматься этим больше не хочу. Это твой ответ? Нет, ищите сами. Да, и сними наружку. Какую наружку? Я таких приказов не отдавал. Значит, показалось? Показалось. Зачем? Надень!
Два месяца пропадал неизвестно мне. Ты знаешь, причина была. Я не люблю эту причину. Перестань. Причина умерла. Ты-то как? Тебе интересно? Ну, я думал о тебе. Большой подарок монгольскому народу. Ой, язва ты, Галкина, язва. Ну вот скажи, ну вот кому ты достанешься с таким характером? Я? Я достанусь тому, кому сама решу. Не зарекайся. В этом мире есть две вещи, которые решают за нас. Любовь и смерть. Лучше первое. С девчонкой в кафе сидит. Да, из его редакции, журналистка. Любит гад красивых баб. Извините. Продолжаю наблюдение. Карта, я гляжу, подробная. Только привязок к внешним объектам маловато. Так. Так, угол здания. Теплотрасса. А, вот. Вот он, по-моему, этот лаз. Боже мой, ну и вонь. Фу. Фу. Так. Рука и кровь были найдены где-то метров 300 отсюда, прямо по тоннелю. Ух, и вонище оттуда. Что это за удовольствие для людей в канализации влазить? Я надеюсь, мы-то туда сегодня не полезем? Сегодня нет. Так, тоннель, получается, идет в том направлении. Сначала идет по территории парка, а потом... А потом стена. А дальше там несколько институтов. Каких? Да я и не узнавал. Правда, МЧСники говорили, первый институт микробиологии, а дальше я не помню. Узнать? Узнай. Институт микробиологии, говоришь? Здрасте. Здрасте. Как, на новом месте? Да, не утвердили пока. Но я к этому отношусь, понимаете ли, спокойно. Главное, выбил финансирование для под новый проект, исследования. Вот. Так что и обезьяны, и люди все довольны. Слушайте, может быть, по маленькой? А? У меня тут... Прекрасный коньячок, а то раньше, помнится, все вы угощали. Как знал, как знал. Редкий случай, когда я не за рулем. Да? А я рад. Рад нашей встрече. Вот. А вы все-таки для меня человек-загадка. Да? Ну, когда людей объединяют совместно испорченные нервы, им есть о чем выпить, правда? Михаил. Да. Я понимаю, что вы сюда не раскланиваться со мной приехали. Так что давайте, задавайте ваши вопросы. Прям сразу? Ну, а чего тянуть-то? Хорошо. Изобретение Глеба Савченко. Да, было бы странно, если бы вы ко мне не зашли по этому вопросу. Но я вам могу дать только научные консультации, потому что, насколько я понимаю, все, кто были заняты в этом проекте, все уже давным-давно мертвы. Жаль, если это так. Может, просто забыли, столько времени прошло. Погодите, погодите. Точно, точно. А во время наших совместных исследований с Институтом высоких технологий тут появлялся еще один человек. Да-да-да, был один человек. Я помню, он не доработал до конца проекта. То ли уволился, то ли уехал, но... Как звали? Игорь Кучера... Кочура! Кочура! Точно, Игорь Кочура. Игорь Кочура. Сейчас, секунду, простите. Ага. Алло. Трупы на дорогах. Алло, Михляй. Трупы на дорогах. Да, привет. Слушай. Трупы на дорогах. У тебя уже все хорошо? Миш, я тебя умоляю, забирай свою птицу, а? Миша, у меня тяжелое положение. Я почти не бываю дома. Понимаешь, я постоянно торчу в своем отделении. Миша, у меня годовой отчет. Поэтому дома я его ставить не могу, он же с голоду подохнет. А здесь Миша ему не нравится, понимаешь? Он орет. Миша, он постоянно орет. Миша!
Миша, я схожу с ума! Замолчи ты! Боль, ты что, его в морге держишь? Миша, ну где мне его еще держать? Борь, не сходи с ума. Ты работаешь сегодня? Да, приезжай. Все, приеду, заберу. Извините. И что Кучера, Качура? Да ничего. Игорь Кучера. Качура. Игорь Качура, точно. Ну, такой молодой, невзрачный человек, себе на уме. Но толковый, толковый. Очень умные вопросы задавал. Поехали? Ага. Бездомные собаки давно стали проблемой для российской столицы. С ними не справляются даже службы по отлову бездомных животных. Умные, коварные и хитрые, они сбиваются в небольшие, но дружные стаи и борются за выживание всеми доступными им способами. И речь уже не просто о распространении бешенства. До недавнего времени городской заповедник Лосиный остров славился тем, что там было много лисиц, зайцев, бобров и других животных. Теперь их там нет. Они все съедены бездомными собаками. Собаки съели ежей, такого не делают даже волки. И, вероятно, скоро мы услышим о гибели одиноких прохожих в парках. Хороший он парень твой, Феликс, но живет слишком долго и орет слишком громко. А я, Мишаня, уже один хочу побыть. Все. Вот для очистки совести я ему зеркальце подарил. Спасибо. А мой тебе совет, купи ему невесту, потому что сам-то ты баб, наверное, щупаешь, а он бедным мается от одиночества. Подумаю, но не сейчас. Его-то одного пристроить некуда. А с бабами... Некогда. Слушай, может, я в гастроном? Не, Михляня, не-не-не, ты что, пока отчет не сдам, ни за что, все. Понял, тогда на днях. За него с меня не то, что поляна, цветущий горный луга. Все, спасибо, давай, до встречи. Ну, давай. Пойдем, я провожу тебя. Так, Феликс, стереги подъезд. Привет, Семенович. Здорово, Миш. Что это за ящик? Это не ящик. Это называется садок для перевозки птиц. О как. Сколько, 2 года уже, как дед Петрович умер, да? Угу. А голубятня его почти как новая. Ходил я, присматривался. Потом взял, пошел в райисполком. Да и переоформил ее на себя. Тоска на душе. Что делать боевому офицеру на пенсии? Не за соседями же следить. Ну, вот да. У тебя попугай, а я голубей возьму. Не ожидал. Честно, не ожидал. Да что все в долгий ящик откладывать? И так уже почти вся жизнь прошла. Весь век служил, неизвестно кому. А что выслужил? Душевную пустоту. Должна же быть у меня в жизни хоть какая-то красота. Не умеешь? О! Подожди, подожди, а если руки в... В чем? В чем, в чем? В глубинном. Ты лучше так учись. Давай, Бог помощь. Спасибо. Кто ты? Если я срочно понадоблюсь, я в гнойной хирургии. Здравствуйте. Добрый день. О, слушай, Петь. Привет, Борь. А ваша медсестра Галя из отпуска вышла? Нет еще. А где она отдыхает? Да на море где-то. В Крыму. Ну, это хорошо, хорошо. А что? Здоровая приедет, красивая, загорелая. Классно. Боря, ты наших девок не тронь. Мы, Борь, сами с усами. Мы их сами садим в сани. Знаешь, Петя, это ответ совсем не друга. Феликс, Феликс, ты что, у Бориса говорить разучился, что ли? Понимаю, получил психологическую травму в морге. Вот, даже не можешь пожаловаться на свою жизнь одинокую. Не куплю я тебе невесту, все. Все, Феликс, на нашем пиратском корабле женщинам больше нет места. Нет места, все. Oh.
Hello, Michael. Вы меня узнали? Да, Жанна. Я узнал бы вас, даже если бы вы молчали. Ну, молчала я недолго. Были проблемы, теперь их уже нет. Я возвращаюсь в Россию. И очень хочу, чтобы вы меня встретили в аэропорту. Когда? Через 3 часа. Шереметьево 2. Конечно. Так, тихо, молчи. Это не то, что ты думаешь. Мне звонили по работе. Мне звонили по работе. Мне звонили по работе, мне звонили. В передачах мы уже не раз поднимали проблему, которую создают на территории столицы стаи бродячих собак. Мы рассказывали вам о печальной судьбе лисиц, зайцев и ежей, до недавнего времени живших в городских лесных массивах и съеденных буквально поголовно бродячими собаками. К сожалению, уже известны случаи нападения на людей. Радикально настроенные представители городских властей высказываются за полный и беспощадный отстрел собак, ставших форменными волками, живущими в нашем каменном лесу. Но есть и другие точки зрения. Прокомментировать эту проблему мы попросили начальника муниципальной службы по отлову бродячих животных Мазукина Ефима Петровича. Времена, когда наше подразделение называли живодерными, давно уже в прошлом. Даже сейчас, когда проблема собачьих стай достигла определенного пика, мы к отстрелу прибегаем в редких случаях. В основном это отлов и стерилизации. Мало того, двери нашего питомника всегда открыты для людей с добрым сердцем. Мы рады очень отдать животных в руки надежные и хорошие. Главное это милосердие. Я всегда своим сотрудникам говорю, относитесь к животным так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Спасибо. Лейтенант Копылов, 10-й батальон. Права, техпаспорт на машине. Так, а что случилось? Проверка документов. Права, пожалуйста. А в чем дело? Права, давайте сюда. Права-то, господин Мазукин. На черном рынке, видать, покупали. Да вы что, я 3-й год по ним езжу. Понятно. Пожалуйста, пройдемте в нашу машину. Проверим по базе данных. Проверим. Ненавижу. Кого? Мазукина этого. Я вас на отлове 10 лет корячусь. У меня руки не то что по локоть, по плечи в собачьей крови. Я уколы от бешенства по 40 штук в живот 5 раз получал. Мне повышение обещали, а его как сократили из горосполкома, сразу сюда пристроили. Номенклатура хренова. Всех родичей из деревни сюда перетащил. А нам чуть что ходу нет. Точно, Вань, перетащил. Ездит теперь. Сволочь, интервью дает. Соврет, гад. Слышь, Вань, собаки что-то разлаялись. А, недолго осталось лаять. Мазукин сказал, завтра всех отравить. А как же постановление? Да плевал он на это постановление. Да и хрен с ними, с этими собаками. Мало, что ли, мы их раньше перетравили? Не, Вань, я все-таки схожу, посмотрю. Давай. Йо! Вань! Что? Ну, посмотри, Вань! Иди сюда! Вань!
Ну вот, Майкл, я здесь. Помните, вы мне обещали совершить безрассудный поступок? Вы ради этого приехали? Конечно. Ну какая женщина откажется, когда ей такое обещают? Тем более, когда это делает такой обаятельный мужчина. Веселенькая история. Интересно, за что его так? Убить хотели вас. Типун вам на язык. Права-то, господин Мазукин. На черном рынке, видать, покупали. Да вы что, я третий год по ним езжу. Понятно. Пожалуйста, пройдемте в нашу машину. Проверим по базе данных. Проверим. А вы давно здесь работаете? 2,5 года. Понятно. Скажите, пожалуйста, а у вашего начальника были какие-нибудь особенности, странности? Ну, странности, конечно, давай, Ефим Петрович, были. Допустим, мог ночью приехать, ну, типа с проверкой. Да с какой проверкой? Ты как есть говори. Работаем. Все, что мог он, Мазукин, то и тащил. Работаем. У него дом за городом, он свиней разводит. Так весь собачий рацион туда и уходил. И не только с нашего объекта, с остальных тоже. И не надо меня снимать. Вы вон Мазукина снимаете, пока не унесли. Для канала ОТВ два слова. Два слова. Что случилось? Я интервью давать не любитель. Врать не хочу, а правду вам лучше не знать. Потом плохо спать будете. Добрый день. Здравствуйте. 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 Насколько я помню, Майкл, вы у меня в гостях еще не были. Хорошая память. Вот только к вам соберусь. А муж почему-то забывает меня пригласить. Ну что ж, сегодня его нет. И вас приглашаю я. И я надеюсь, дом к моему приезду готов. Идемте. Очень странным обнаружить в вашем доме южноафриканское вино. Но почему же? Очень хорошее вино, Майкл. А сами были в Африке? Конечно, в ЮАР был. Передачи там снимали. И у меня осталось прекрасное воспоминание о тамошних винах. А в Зимбабве бывать не приходилось? А что? Нет, ничего. Просто говорят, что это очень красивая страна. Река Замбези. Водопад Виктория. Да, вот видите, вы сами все знаете. Водопад Виктория. Говорят, это настоящий рай. Нет, не был. Майкл, я так мало знаю о вашей жизни. Ну, думаю, не так мало, если вы за меня поручились. Я очень рада вас видеть. Правда? Я тоже. Странная история. Интервью брали. Вроде мужик, как мужик был. Обычный подмосковный жлоб со здоровой психикой. Какой резон ему был в собачьей клетке вешаться? Так, может быть, эти живодеры вы повесили? Да.
А для чего тогда в милицию звонить? Скормили бы собакам, даже костей не осталось бы. Жутко здесь, да? Вот как тут люди работают, я не понимаю. Поехали отсюда. Между прочим, у нас утренний эфир. Ты хоть пару слов-то на камеру скажи. Давай, скажу. Поехали. Работаем. Хороший у тебя дом, Шейла. Да нет, обычный. Главное, о нем никто не знает. Я здесь в безопасности. Когда мы виделись с тобой в последний раз? Лет 7 назад? Напомни, где это было? Танзания, потом Мозамбик. Ну да. Терпеть тебя всегда не могла. И именно ты оказался в моей тюремной камере. Смешно. После тюрьмы любая жизнь кажется раем. Даже если ты в розыске? А я полжизни в розыске. А ты нет? Вообще-то я официально мертв. Завидую. Как тебя перебило-то к нашим берегам? Деньгами, как же еще? Ах, ну да, могла бы не спрашивать. Я помню, как ты бросил нас в Зимбабве. Наплевал на присягу, на нас, на Рубцова. И ушел к черному Роберту. Хорошо платили-то? Хорошо. Ой! Я стал последним белым, которого вышвырнули из этой страны. А деньги обещали прислать по почте. Стал умнее с тех пор? Конечно. За твой побег я взял деньги вперед. Молодец. Но все равно спасибо. Я выдержала бы все. Но в моей тюремной камере были такие мерзкие крысы. А крыс я не люблю еще больше, чем тебя. Алло. Антон, здорово. Какие новости в мире экологии? Аквариумные рыбки вот в Москве-реке появились. Да, кроме шуток. Живут возле сточных коллекторов. Прекрасно себя чувствуют. А вода здесь не замерзает даже зимой. Тебе что, очередная страшилка нужна? Да нет, страшилки мне не нужны. Тут вот в чем дело. Мой коллега собирается делать цикл передач об экологии. Скажи, тебе не сложно было бы с ним встретиться? Пусть он ко мне в институт зайдет. Адрес-то знаешь. Да? А когда? Да хоть сегодня. Сегодня? Во сколько? Ну, через часок. Через час? Угу. Видите? О, Господи, что это? Уродство рыбы в черте Москвы достигает 70%. Видите? Глаза вытрачены, как телескопы. Угу. Нередко встречаются... Вот, пожалуйста, совершенно слепые экземпляры. Множество различных опухолей. Я уже не говорю о нарушении внутреннего обмена и генетических аномалиях. Господи, где вы эту рыбу берете? Вы что, ее сами ловите? Покупаю. Покупаю у рыбаков на Москве-реке. Как вы сами понимаете, есть ее нельзя. Но люди ловят и едят. А в ней вся таблица Менделеева. Полное безумие. Ну, не секрет, что реки крупных мегаполисов превратились в сточные канавы. Я как раз делал материал об этом. Давайте, давайте вместе. Вы знаете, я видел немало людей, которые преждевременно ушли из жизни. Угу. Поэтому все, что касается консультаций, пожалуйста, любые. Угу. Но без ссылки на первый источник. Дело в том, что перед смертью Юры Крищева я тоже получал звонки с угрозами. Да? Ну и на том спасибо. Канал официально хорошо платит за консультации. Лучше неофициально. Ну что, Галчонок, пока. До вечера. Я за тобой заеду. Хорошо. Давай. Бай. Пока. Пока. Здрасте. Привет. О, плохи дела, брат. Пульс участился, давление скачет. Чего это было? Что-то. Курортный роман, вот что. На море с ним познакомилась. Весь женский персонал гнойного отделения завидует черной завистью.
Что это? Вы мне можете сказать, что ой, это? Ой, я сейчас все поменяю. Я же не просила вас убирать. Я спрашиваю, что это? Это муравьи. Какая гадость. Что они тут делают? Да они тут вообще по всему дому. Угу. Я вас не спрашиваю, в каком они здесь количестве. Я вас спрашиваю, что они тут делают. А, полагаю, живут. Заселились, пока вас не было. В этом доме живу я. А у вас есть неделя. Либо здесь останетесь вы, либо они. А позвольте, я все-таки все поменяю. Не надо. Я все поменяю. Я позавтракаю в городе. Да. Как я вас узнаю? Ну, о, черный пиджак и красный галстук. Черный пиджак, красный галстук. Хорошо. Где? Да, ненавижу китайские рестораны. Ну, хорошо. Я буду там минут через 20. Да, хорошо. Жду. Вот вы хоть и не любите китайские рестораны, но рыбу они здесь готовят отменно. Да, я оценила. Есть у них совершенно потрясающее блюдо. Заживо зажаренный карп. Причем голова, голова остается живой. Потрясающе. Высший пилотаж. А закажите его себе. Да ну что вы. Это слишком, я не решусь. Тогда к делу. Насколько я знаю, в вашей стране в последнее время активно и серьезно обсуждается проблема экологии. А это бросьте. Все это опять упирается в то, кому сколько платят. Взять, к примеру, Москва-реку. Ведь речь даже не идет о выводе вредных предприятий за пределы городской черты. Речь идет о категории. Переводить ли Москва-реку из категории рыборазводной в категорию хозяйственно-бытового назначения. Все. В первом случае в бюджет пойдет больше денег, во втором в реку больше отходов. И что? А то, что сейчас из канализации в реку вливаются тонны и тонны нефти и химических соединений. А мне это не интересно. Мне это ни о чем не говорит. Я не купаюсь в вашей реке. Более того, я не гуляю по ее берегам. Ваши реки – это ваши проблемы. Меня больше интересуют перспективы развития вашей партии. А вам нужны деньги. Я могу их вам дать, но под конкретные экологические программы. Более того, мы готовы предложить вам освещать развитие этих проектов на нашем телеканале. Вы не волнуйтесь, мы постараемся соответствовать всем вашим требованиям. Да уж, постарайтесь. Да, и еще, я хочу вас сразу предупредить, что некоторые требования не будут освещаться в договорных документах. У меня к вам будут личные просьбы. Естественно, в пределах разумного. Давайте пределы разумного буду устанавливать я. А вы подумайте и подготовьте бумаги, и я вас жду в своем офисе. Слыхал уже? Чего? Первая леди наша вернулась. Хозяин-то пока с властями не в ладах, а ее, видать, не зацепило. Может, порядок в дирекции наведет? А то уже зарплату два раза на месяц задерживали. Да ну перестань. Ты думаешь, у нее кроме телеканала других дел нет? Ань, может, хватит уже на сегодня? И так три сюжета отсняли. На вечерний эфир вполне хватит. Нет, давай подожди. Из пресс-центра МВД свежую сводку обещали. Поэтому сидим и ждем. Если там ничего нет, пойдем по домам. Хорошо. О. Алло. Привет, Аня. Да, можете зайти, пропуск на проходной. У меня для вас много интересного. Просто кровь и песок. Когда зайдете? Да я прямо сейчас забегу. Пожалуйста. Да? Жди меня 20 минут, я сейчас. Хорошо. Если тебе что-нибудь понадобится,
стесняться. Что смешного? Насмешек не потерплю. Ты уже 5 минут ручку ищешь. Ну, на то она и ручка, чтобы ее искали. Что? Так она у тебя за ухом заложена. Стареем. Да ладно. Наверное, устал просто. Хочешь, я тебе кофе сделаю? Мне? Да. Кофе. Да мне 10 лет девушки кофе не делали. Так что ж ты молчишь? Только чай. Ну что? Надеюсь, в городе все спокойно? А то я уже пивка взял. Нет, дружище, ты поторопился. Вместо пивка у нас свежее преступление. Точнее, убийство. Опять? Пошли. Пойдем. Убийство владельца китайского ресторана повергло в шок всю столичную диаспору. Началось расследование, и следственные органы напрочь отсекают версию убийства на почве конкуренции. Оно и понятно. Китайский ресторан работает давно и вполне заработал себе репутацию спокойного и приличного заведения. Расскажите, пожалуйста, что вы видели? Да, впрочем, ничего так сказать не можем, но мы сидели спокойно, кушали рыбу, и вдруг началась суматоха. И из кухни... Здравствуйте, Владимир Юрьевич. Выбегать повара, а? Все кричат, паника. Уборщица кричит, убили, убили. Владимир повара Юрьевич, застрелили. Что с вами? А? Через что? Черный ход ушел. А, вот со все, мной? Мы видели. Со мной ничего. Ну, мы даже выстрелов не слышали. А вот с другими все время что-то происходит. Ты знаешь, как-то уж очень близко от меня. А? Да? О, привет, Ань. Здорово. Привет. Здорово. Слушай, был я твоего гидробиолога? Ну? Ничего, вроде толковый парень. Поможет? Вид у тебя какой-то уставший, Аня. Надо тебе отдохнуть, сходить куда-нибудь, развеяться. С кем? Со мной, например. С тобой? Ну, приглашай. Ой, неожиданно. Да, ну, давай завтра вечером после работы пойдем куда-нибудь, посидим, о жизни поговорим. О жизни поговорим. О работе не тошнит от нее уже. Алло. Здорово, Ромео. С тебя коньяк. Медсестру Галю я послал забрать у тебя наши истории болезней. Через 30 секунд она войдет в твою дверь. Так, все, спасибо. Спасибо, я твой должник, все. Так. Ну, елки-палки, а. Елки-палки. Ой, вот. Вот. Спасибо. А что вы так на меня смотрите? Дело в том, что у вас совершенная форма черепа. Это что, комплимент? Да, наверное. Спасибо. Мне такого никто никогда не говорил. Какой вы смешной. Галкин, знаешь, что я тебе скажу? Что? Ты как-то похорошела в то последнее время. Раньше была симпатичная, а сейчас просто красавица. Спасибо. Да тебе спасибо. Я уже не помню, когда приглашал на свидание такую красивую юную девушку. Не верю. Можешь влюбиться в тебя, Галкина. Так, тихо. Тише. Так, вот. Вот молодец, молодец. Спокойненько. Ты какой? Я хочу поговорить с тобой. Вдруг больше
не получится. Ну? Ну, разные мысли бывают. Знаешь, профессия такая. Ну, кого-то убивают каждый день, мало ли. Поэтому можно я спрошу у тебя? Спрашивай. Говори, слушаю. Скажи, вот что ты за человек такой, а? Нет, дело тут не в твоих качествах, а в том, чего каждый из нас боится. Скажи, вот чего боишься ты? Ну, чего я боюсь? Знаешь, мне кажется, что ты сам от себя скрываешь мотивы своих поступков. Вот даже сегодня ты пригласил меня в тот ресторан, где когда-то был с другой женщиной. Я не узнавала специально, но так получилось, она мне сама сказала. Прости, не подумал. А еще... каждый день кого-то убивают. Только и слышишь, кого-то убили, кого-то застрелили, кто-то повесился. А вот нас не станет, и... не будем ли мы жалеть потом, что здесь друг другу чего-то не додали? Будем. Конечно, будем. Алло. Алло. Номер не определился. Не знаю. А еще мне все время кажется, что когда мы с тобой вдвоем, между нами все время стоит женщина. Даже несмотря на то, что она умерла. Тамара? Спасибо за свидание. С нетерпением буду ждать других. Но только без нее. Пока. Анатомический театр слушает. Весь мир театр, привет, Борин. Ну что, сдал ты свой отчет? Очень хорошо. Да, некому излить душу. Не хочу я к тебе в морг. Нет, 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 ко мне. Давай. Все, я в магазин. Я в магазин. Представляешь, полдня был львом, полдня зайцем. В кои веки пригласил девушку в ресторан. Полчаса посидели, начала условия ставить. Потому что женщина всегда женщина. Вот так вот прикроет своей когтистой лапкой, и все. Нет, воробушка. А где ж тогда прекрасно искать, если не в женщинах? Голубей разводить? Да ты что? Ни в коем случае. Голубь – это источник заразы. В цивилизованных странах с ними уже начинают бороться. А в нецивилизованных едят. Ну и что они с того имеют? Сальмонеллез? Сальмонеллез. Сальмонеллез, хламидии, этот птичий грипп. А кстати, твоего попугая я на микрофлору уже проверил. Но пока ничего допустимо. Ты чего с ними сделал? Птица же находится в кататоническом ступоре. Финик, прости, дядя и доктор так больше не будет. Как ты живешь? Скажи, как ты живешь? Тебе же одни бациллы мерещатся. Так, Мишаня, это же наша реальность. Ты понимаешь, что рядом с нами, в этом городе, идет тайная параллельная жизнь? Параллельная жизнь, бацилл. Ну почему бацилл? Не только бацилл. Смотри, собаки, кошки, крысы, птицы, они же все вон питаются объедками с нашего стола. А что мы о них знаем, а? Ничего. А зачем? А затем? Затем. Даже малюсенький муравей. Много малюсеньких муравьев, они могут спокойно сожрать твой дом.
Да, 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 и весь этот твой замечательный дом в один замечательный день рухнет со всеми живущими в нем людьми. И вот это будет покруче любого теракта. Это что же, выходит, что человеку, чтобы жить, надо постоянно кого-то убивать? Травить собак, крыс, муравьев давить. А чем мы питаемся? Зайди в любой магазин. Посмотри, там уже трупы висят, продукты убийства. Знаешь, что я вот думаю? Что вот если человек вот так вот муравья убил, то не надо считать его убийцей. А если обезьяну? Вот это уже ближе. Но тоже еще не совсем. Человеком. Знаешь, иного человека убить легче, чем собаку. Ну, я сам не убивал. Но знаю твердо. Не жалко. Перестань так тошно. Он же первый кинулся. Он семью защищал. У него там была самка, детеныш. Первый раз почувствовал себя убийцей. Животных жалко убивать. Они-то совсем не виноваты. Это правда. Да, это мы люди. Напридумали себе всякого. Ау, Михрянь! Ау! Михрянь, а? Ау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты где? Дома. Боречка, дома. Чем мы делаем, а? За что мы воюем? За что мы воюем? Мы, Мишань, воюем, как правило, за какие-то ложные идеи. Понимаешь? А воевать-то надо! Воевать надо ради любви, понимаешь? Единственная справедливая война. Троянская. О, золотые слова. Ну? Я прошу прощения. Простите, пожалуйста. Скажите, вы в округе всех знаете? А вы что, из Сибири приехали? Я? Нет, а что? Это только в Сибири все друг друга знают. А в Москве никто не знает никого. И тем не менее, может, вы слышали такой Игорь Кочура? Один шанс из миллиона, но вам, кажется, повезло. Ну, про Кочура я не скажу ничего, а Игорь тут живет один такой, вон в том доме. Скажите, я ведь, честно, его ни разу сам не видел. А что он за человек? Да я сам видел его раз пять. В основном он у меня занимал небольшие суммы. Я тоже вам правду скажу. Я не знаю, на какие деньги он купил этот дом, но, кажется, дел у него нет никаких. А в основном он хронически пьянствует. О. Недавно он у меня занял 300 рублей, и с тех пор я его и не видел. А в окнах по вечерам свет горит всегда. Понятно. Увидите, передайте привет. Хорошо. Простите, а еще вопрос. А где здесь можно пивка купить? А там, где и все. В мини-маркете, на въезде. Спасибо. Счастливо. Ну, счастливо.
ты какой инженер, Игорь Кочура? Ты чё, а? Это я чего? Пиво хочешь? Ты кто? Пингвин с Мадагаскара. Президент Индонезии прислал меня к тебе с миссией спасения. Ты чё ты? Ты думаешь, я это... Я алкоголик, да? Думаю, да. И психопат. И с выпивки тебе надо завязывать. Сам ты психопат. Ладно. Да, думаю, у меня есть что еще продать. Думаю, что я пиво этого могу себе цистерну купить. Я, если хочешь знать, позвоню, и мне привезут. Понял? Че тебе надо? Кто ты такой, а? Насчет продать. Приедут сами, возьмут за даром. Хорошо, если жив останешься. А пиво не хочешь, не надо? Хочу я пиво. Хочу. Небось, приперся, да? Глубокого бурения. Сам все знаешь, из меня пришел. Жилы тянуть, да? Ну, сам рассказывай. Киданула меня ворона. А я на свою голову решил бандюков подключить. Ой. Так ворона себе такую крышу нашел, что бандюки и связываться отказались, потому что, говорят, сам во всем виноват. И что я их подставил. Господи, я же ученый, а связался с убийцами. Отдай пистолет. Нет, пистолет тебе не нужен. Они все равно за мной приедут. Они счет выставили. Слышишь, они дом хотят, чтоб я на них переписал. А я что с ними мне разговаривать? Я завалю их, а потом сам. Да умереть мы всегда успеем. А что за крышу вороны? Я не знаю. Я его уже 2 месяца не видел. Я бы его ищу. А где изобретение Глеба Савченко? Все у него. Все у вороны. Он забрал у меня все. Он мне большие, очень большие деньги обещал. Видно, жить-то в хорошей стране. 2 месяца я переводил все живое на язык компьютерных программ. Хотел стать миллионером. Можно мне в туалет? Иди, конечно. Только вот давай там без резких движений. Не надо вешаться, топиться. Ладно? Любую проблему можно решить. Потеряли чего? Где Кочура? Да нет его, походу, мужики. За Нобелевской премией уехал. Ты с кем шутишь, Фрая? Ну да, похоже, видно, вам не до смеха. Нет, почему? Нам весело. А тебя помучить с Кочурой? Или просто грохнуть, а? Да нет, помучить оно посимпатичнее будет. Мужики, давайте ствол уберите, а то как-то не входило в утренний. Атас, засада! Ай!
Деловые партнеры из Америки. Вы подрываете наш авторитет. А вы сливаете в реку ядовитые отходы. На акцию есть официальное разрешение горосполкома до 24.00. А за произвол заводской охраны мы подадим на вас в суд. Отходы? А кто их в эту реку сегодня не сливает? Ну что, порядок? Деньги давайте, Владимир Ильич. Я же уже давал. Они еще по 300 рублей хотят. Тогда буду стоять до ночи. А так говорят, что через 2 часа уйдут. Как с такими людьми бороться за высокие идеалы? А какие высокие идеалы, Владимир Юрьевич? Платите деньги. И тогда борьба за высокие идеалы будет продолжаться бесконечно. Сколько их у тебя, напомни? 40 человек по 300 рублей. 40 человек по 300 рублей. 12 тысяч. Умный больно. Я? Ну не я же. Вот тебе 400, поменяешь. Все. Дима! Дима! Дим! Дима! Дима, да подожди ты, господи! Владимир Юрьевич, с вами все в порядке? Да, Лев Павлович. Сделал укол, да. Ага, хорошо. Да, заскочу к вам. Прямо сейчас, ага. Договорились. Бегу. Вперед! Ой, простите. Простите, Борис Сергеевич, это я не моя хотел. Вина. Нет, это я виноват. Это я виноват, потому что, собственно говоря, я к вам и шел. Вот, я вам опять принес историю болезни, чтобы вы не бегали туда-сюда. Спасибо. Хотя я сама могла бы зайти в анатомичку. Ну, хорошо. Ну, давайте. Хорошо, в таком случае, вот как вы смотрите? На что смотрю? Ну, чтобы я вас... Ну... После работы. Но встретил. А зачем? Ну, чтобы мы вместе с вами. Ну, чтобы вместе, вот. А, понятно. Смешной вы. Ну, значит, я вас встречу. Ну, попробуйте. Спасибо. Спасибо. Ну вот, видишь, у тебя же не нервы, у тебя стальные канаты. Ура! Я это сделал! Эксперты наши разродились. То же самое говорят. Рука эта отгрызенная, а точнее откушенная. Здесь на снимке видны следы зубов на кости. Они даже слепок челюсти сделали, и челюсть эта гипотетически очень даже не маленькая. Ладно, вызывай нашего подследственного. Журналистку тоже звать? Нет, не надо. Хватит его одного. Да, и зайди на склад. Возьми какое-нибудь снаряжение. Не в цивильном же по канализациям лазить. Майор, чего же я стою-то? Я же опаздываю!
Галчонок, это тебе. Ну что, поехали? Давай, садись. Здрасте, Борис Евгеньевич. Привет, Каля. Пока. Пока. Здравствуйте, Борис Евгеньевич. Здравствуйте, Геннадий. Вы знаете, не часто можно встретить у главного корпуса. Не часто. Знаете что? Мне тоже не постоянно в морге торчать. И с цветочками я вижу вас в первый раз. От благодарных пациентов. Очень трепетно. Тем более они у вас все мертвые. Мертвые зато не болеют. Вот. Вот по этой самой лестнице мы тогда и шли. Я еще сказал, что кладка дореволюционная. А комаров-то? Ну вот. Вот здесь вот Женька пропал. Вот тут, где раньше кровь была, уже плесень выросла. Обычное дело, органика. Под землей ничего не пропадает даром. Посмотри, где мы? Аккурат под институтом микробиологии. Ну ладно, герой. Веди дальше. Фу! Ну и ну. Ну что, гражданин подозреваемый, где не твои крысы? Разбежались? Вы же сами решили отсюда начать. А их здесь отродясь никто не видел. Пацаны говорят, что их на отстойниках можно увидеть. Около старых оборонных бункеров. Ага. А ради твоего друга, пропавшего, они, стало быть, специально в эту сторону прогулялись, я да? Не знаю. Мы же версию отрабатываем, они мысли крысиные читают. Ну, версию не версию, а табельное оружие мы с собой взяли. Ладно, пошли. Еще по отстойникам. Нам не хватало лазить. Надо же. Попали, а? Стойте! Что такое? Мужики! Мужики, дальше идти нельзя. Это почему? Это разрешение надо брать. Какое разрешение? У кого? У короля бомжей! Чего? Прям парижские тайны какие-то. Зря вы так. Тут другие законы. Закон у нас в стране один, понял? Но страна наверху осталась, и здесь ее законы не действуют. Не, ну надо такое сморозить, а? Разрешение, блин. Майор уголовного розыска Талгат Каримов для посещения городской канализации берет разрешение у короля бомжей. И где, позвольте узнать, приемная высочайшего монарха, а? Пошли, Сусаня. Зря. Ой, зря. Ёлы-палы. Я же ученый.
связался с убийцами. Пистолет отдай. Нет, пистолет тебе не нужен. Они счет выставили. Слышишь, они дом хотят, чтобы я на них переписал. А я что с ними мне разговаривать? Я завалю их, а потом сам. Стойте, мужики, дальше идти нельзя. Разрешение надо брать. Разрешение, блин. Майор уголовного розыска Талгат Каримов для посещения городской канализации берет разрешение у короля бомжей. И где, позвольте узнать, приемная высочайшего монарха? Хрен знает что. Помню, как в яму свалились. А дальше ничего. Оружия нет. И документов тоже. Мобильника тоже. А я же вам говорил. Я говорил, не надо дальше идти. Вы же не слушаете. Ты у нас умный, я смотрю. Опять будешь про короля бомжей парить? Надо было. КПЗ тебя держать надо было. Там бы быстро во всем сознался. А не в канализацию с тобой рассекать. Эй, какого черта? Твою дивизию, а? Эй, есть тут кто-нибудь? Так. Чего речь-то? Короче, так. Не знаю, как там тебя зовут. Меня зовут Петр Сергеевич. Значит так, Петя, 3 секунды, и ты открываешь эту мышеловку. А я, как работник уголовного розыска, обещаю ничего не предпринимать. А иначе я и тебе, и твоим дружкам такую облаву организую. Значит так. Во-первых, прошу вас. Мне не тыкать. Это там, наверху. Я для вас бомжа никто. А здесь я уважаемый человек. И очень прошу вас, соблюдайте этикет. Это раз. Во-вторых, никто вас выпускать не собирается. Не было такого указания. И в-третьих, не надо шуметь. Себе дороже будет. Угу. Так, статья 206. Захват заложников. Отлично. Это вы менты там, наверху, бегаете по переходам. И хватаете бедных старушек и нас, несчастных бомжей. А я к вам 10 лет назад обратился, меня кинули на квартиру. Вы мне помогли? Хорошо, проводим время, товарищ майор. Где мы еще правду про себя-то узнаем? Да на кой мне нужна эта правда? Да? В управлении уже ищу давно. Вы там по Москве ходите наверху, строите себе планы, вообще планируете чего-то. Там у вас все классно. Но вы же не понимаете, что здесь у нас в канализации все решается. Потому что канализация – это как задница у человека. Понял? Задница забилась, и башка не работает. Все. Вот вы там бегаете по этим, по станциям метро, по вагонам метро. Старушек с авоськами ловите. Смешно же. А мы только в прошлом месяце 3 группы террористов обезвредили. Совсем обезвредили. Без суда и следствия. Понял? Так, статья 105. Убийство с отягчающими. Да если бы не бомжи, то вся бы Россия лежала бы в развале. Ну, низкий вам поклон от благодарной России. Ой, а мы что, не Россия? О, ой, жрачку принесли, жрать будете? Да. Отравиться еще не хватало. Тушенка с гречкой. Напрасно так говоришь. Мы что, думаешь, если мы бомжи, так питаемся, чем попадя? Это же от воспитания все зависит. Ты знаешь, что под каждым продовольственным складом есть канализация, а в канализации живут не только крысы, но и мы, дружок. Давайте, давайте, я буду, я не брезгливый. Ну вот, пацан молодец. Нас как-то раз с одним кентом в старой штольне засыпало. Так мы там целую неделю сидели, пока спасатели не откопали. Крыс жрали, на паяльной лампе их жарили. Ну и как? Ну ничего, нормально, тип кролика. А это гречневая каша. Спасибо. С тушенкой. Ложку еще дайте. Да. На каждом складе армейском этого добра жри не хочу, понял? Угу. Хищение. Возможно, в особо крупных размерах. Ну что ж ты понимаешь, как тебя там это, майор Каримов, ничего мне не сделаете. Значит, майор Каримов, ни хрена ты меня не испугаешь, ничего ты от меня не добьешься, понимаешь? Вообще. Потому что у нас тут есть один мужик, ему лет 90 уже, он
Чалился еще при Сталине. По 53-й, по-моему. И свалил в канализацию. Тут прижился и живет. Тараканом зовут, уважаемый человек. Его даже наш король побаивается, понял? Король. Король. Лейтенант Сироп. Да, товарищ майор. По-моему, я схожу с ума. Раньше у него, ну, много всякого народа бывало. Чуть не каждый день приезжали. А вот последний месяц не часто. Пил он запойно. Понимаете, деньги у меня одалживал. Ну, сначала отдавал, а потом перестал отдавать. А вот вчера, как раз перед стрельбой, у него были гости. Сначала вот этот вот парень симпатяга разговорчивый появился. Потом эти. Какой сегодня день? Да какая вам уже разница, товарищ майор? Наверное, нас уже ищут. Я ведь никакой информации не оставил. Куда пошли, зачем? Да если бы оставили, я говорю, искать бесполезно. Воняет от нас, как от козлов. Как от бомжей от нас воняет. Причем тут козлы-то? Дядь Петя, а вы раньше-то кем были? Вам это знать не обязательно. Что, нравится вот такая жизнь? Какая вот такая? Нормальная жизнь. Подземная. А ты знаешь, сколько нас бомжей по всей России? Нас, если по всей России собрать, так можно своего депутата в Госдуму выдвигать, понял? Небось, Москву подземную хорошо знаете? Москву подземную никто хорошо не знает. Но мы же не салаги безмозглые. Мы не суемся куда не надо. Это куда? Туда. Я же тебе говорил уже, что Москва подземная. Это как задница у человека. Вот у человека в заднице глисты всякие, микробы. Вот и здесь. Того больше бывает, сунешься куда-нибудь. Или газу вдохнешь, или плесенью надышишься, как в гробнице Тутанхамона. А бывает, и встретишь, кого не приведи, Господи. Люди же наверху совсем с ума сошли. Это как? Да вот так. Ты бы о своем думал. На вас вон король наш посмотреть хочет. Не досуг мне было сюда по воде-то шлепать. Да и деду моему тоже. Только уж больно хотелось на ментов в клетке посмотреть. В розыске я наверху. Не меня ли часом искали, а? Да нет. Да крыс мы искали. Я вашим уже говорил. Крыс крупных, размером с собаку. Имеются, имеются таковые. А чего их искать, когда, если надо, они сами к вам вот сюда пожалуют? Не надоело вам в гостях-то, а? Да, действительно, задержались мы тут. Пора бы уже честь знать. Да, не решил я, что с вами делать. Да и свадьба у меня завтра. Не хочу настроение портить. А потом решу, куда вас, наверх или вниз. Да, гости дорогие, да. Я уж и не знаю, что с вами делать. Вроде держать вас накладно и отпустить стрёмно. Разные у меня были гости, и званые, и незваные. Одних и в помине нет, другие как пришли, так и остались тут. Вот журналиста одного отпустил, молодого. Показали ему наши ребята нашу подземную Москву. От Кремля до Тушина. Наш мир, чем живем, кого боимся, каким чертям молимся. Обещал ничего не писать. Да вот сучонок разродился статейкой своей подлой в газетенке. Пришлось ему умереть у себя в подъезде у мусоропровода. Да, нас уже тысячи, тысячи, и мы везде. Постойте, постойте.
Мы, безусловно, вынуждены воспринимать вас всерьез. И мы готовы обо всем забыть и никого не преследовать. Но если уже готовы, так стоит ли тогда что-то менять? Это он пошутил, что ли, насчет свадьбы? Не, не пошутил. У него реальная невеста. Бывшая жена нового русского. А теперь здесь. Ну все. Цирк уехал, клоуны остались. Пьяные и злые. Вот-вот. Теперь-то вы мне верите, то, что я друга своего не убивал? Да я и так верил. Но кто-то же его убил. Но вы же сами видите. В этих катакомбах тут без всяких крыс. Расплюнуть жизнью и распрощаться. Ты подпись, серый круг, чушь какая-то. Взрыва не было. Где вся группа? ФСБ? Или они убиты? Лучше бы они умерли. Не смешно! Еще один такой прокол, и нас всех убьют. Я, конечно, понимаю, тебе все равно. Не люблю людей, которые воюют за деньги. А я не ищу ничьей любви. И мне плевать на идеи, за которые надо гибнуть. Я работаю с вами от силы месяц. Дальше у меня свои планы. Только в этом городе происходят все чаще странные вещи, с которыми надо считаться. Я ненавижу этот город. И я ненавижу эту страну. А ты, если такой умный, то выполняй работу, за которую тебе платят деньги. Задача. Задача? Задача уничтожить. Уничтожить этот город. Хорошо, хоть не эту страну. Это вам обошлось бы дороже. Но накинуть все-таки придется. Москва – город большой. Здорово, журналист! Здорово, машинист. Набрал я тебе тут грязи, как ты и просил. Во, и воды зачерпнул из лужи в туннеле. Прямо у самой рельсы. Спасибо. Значит, меня причитаете? Ну, от кружечки пивка я не откажусь. Тут я знаю хорошее местечко, мы там частенько с мужиками собираемся. Пивка для рывка. Показывай. Ну, значит, говоришь, понравилось в кабине машиниста кататься? Конечно, с детства мечтал. Да и вашего брата-журналиста во сколько перекатал. Да, доверяет вам начальство и поезда, и журналистов. И лишним ничего не сдохнете, да? Ну, а как же? А мы как разведчики тоже подписку о неразглашении даем. Да ладно. Ну, на самом деле, мне вот эти все государственные, правительственные ветки, оборонка, нет. Мне бы какую-то чертовщинку послушать. Хм.
Ну, насчет чертовщины-то я подписку не давал. Ну, слушай, был у меня такой напарник, Пашкой звали. Хороший парень. Где-то по молодости он то ли в Афгане, то ли еще где служил. Ну, значит, гоним мы последний состав, это где-то полвторого ночи. Смотрим, по шпалам человек идет. Ну, мы сигналить, а он ноль эмоций. Остановили состав, Пашка говорит, ну, сейчас морду ему набью. Подбегает, смотрю, разговаривать стали. Потом закурили. Но я сигнал даю, а не ноль эмоций. Значит, покурили, поговорили. Ты знаешь, вот так обнялись. Знаешь, вот так по-братски обнялись. Знакомый, что ли? Так вот знакомый, незнакомый. Только знаешь, исчез этот человек. Пашка стоит, так воздух обнял. Потом руки опустил, пришел. Я спрашиваю, кто это был-то? А он так посмотрел на меня, знаешь, как будто с того света. И говорит, это судьба моя, Егорыч. Потом как подменили парня. Не знаю, он, наверное, еще недели три поработал, потом уволился и пропал. Но знаешь, кого не спрошу, никто его не видел, не знаю. А как фамилия его? Да фамилия простая, русская. Иванов Павел. А может, померещилось? Может, и померещилось. Ты знаешь, ты обо мне в своей передаче-то не говори. Засмеют ведь. Да нет, передачи. Так материал собираю. Бутенко, слушаю вас. Я взял пробы и воды, и грязи, как договорились. И в метро, и в канализации. Я сейчас еду на работу. Давайте заброшу, мне по пути. Хорошо, оставлю на проходной. Хорошо. Хорошо. Хорошо, созвонить. Петр Сергеевич, разговор есть. У меня было много разговоров в жизни. Хороший разговор, честный. Вы кем были в другой жизни? Капитан третьего ранга Петр Тиченко, военно-морские силы СССР. Имею честь представиться. В 95-м году сокращен по штатам. Потом стал жертвой мошенников и влился в ряды бомжей. Майор, значит, по-нашему. Петр Сергеевич, я ведь вам наверху помочь могу. Реально. Давайте поможем друг другу, а? Ну, чё, таракан, с ментами-то делать будем? А такой писатель был на Руси, Пашов. Прекрасную сказку написал. Называлась «Черная курица и подземные жители». Ну и чего? А то, что их счастливая... сытная жизнь кончилась в тот момент, когда они их узнали там, наверху. Я жизнь знаю. Я 15 лет по канализациям от НКВД прятался. С ментами тоже пришлось. Мы для них не люди. И верить им нельзя. Ну и чем сказка-то кончилась? Чем кончилась сказка? А то, что король этих подземных жителей, значит, вынужден был свой народ увезти далеко и надолго. Вот тем и кончилось. Я считаю, что, значит, надо их тихо. И все. Да, таракан. Думал я с ними после свадьбы разобраться. Да, видно, ты прав. Ну что, Петр Сергеевич? А, плохо. Что, нам срок добавили? Да нет, приговорил вас Культя. Тараканом и насоветовал.
Он теперь или газ пустит, или вообще воду затопит здесь все нахрен. Я принес тебе кое-что, хотя я не знаю. Короче, я пойду, постараюсь найти одного человека, но боюсь, что поздно. А невеста у короля еще в самом соку. Только стерва. А что ты хотел? Ее же полжизни по кабакам на джипе катали, пока не спилась. А ментов бы этих я крысам в коллекторе скормил. Зачем? А так, чтобы хлеба и зрелищ. Король сказал газом, значит газом. На, твоя очередь. Устал я. Бездарно как-то все получается. Не о такой смерти я в детстве мечтал. Умереть хочешь героем, в историю войти. Иногда и мужественные люди встречают смерть в обоссанных штанах. Мужики, мужики! Газом каким-то! Каким? Каким га... Довольно водки-то. И так пара вагонов. Не знаю, таракан. Народ ко мне со всей Москвы и потянется. Женя, у тетки. Пусть лучше убьются до смерти. Да хрен с ним. Хуже, если не хватит. Да, талантливый у нас народ. Живучий. Но водка не дает ему набрать должной высоты полета. Велика моя власть, таракан. Но и безгранична. Водку я у них отобрать не могу. Убьют! Культя, таракан, там... Слышь ты, Кишмиш, давай, вставай. Понаехали тут в Москву колбасу нашу хавать. Давай, давай, поднимайся, ты узбек-таджик. Сейчас милицию. О, позову. Оружие вернули. О, и мобильник. Ну, я не могу. Слышь ты, лимита саратовская. А вот милицию звать как раз не надо. А то весь уголовный розыск до самой пенсии надо мной смеяться будет. Ну, показывай. Чего? Где у вас тут баня? Прошу. Вы купили себе новую машину, Владимир Юрьевич. Я вас поздравляю. Вашими щедротами. Но не для себя. Все для партии. То есть для вас. Как говорится, мы говорим партии, подразумеваем Жанна. Прошу. Да. Программа по фармацевтам выполнена полностью. Пресса была, телевидение было. Бумаги тяжелые пошли куда только можно. Так что у них теперь проверка за проверкой. Прокуратура работает. Ну, считай, думаю, будут арестованы, а об упущенных контрактах я просто не говорю. А вот я слышала, что во время акции произошел какой-то взрыв. Ну, это их охрана применила слезоточивый газ. Но по этому вопросу мы тоже обратились в суд. Ну что ж, ладно. До выборов еще далеко, а вот партию вашу уже надо как-то раскручивать. Согласен. Спасибо. Спасибо. У меня очень много интересных программ по работе с регионами. Скоро мы соберем конференцию экологов. Люди приедут со всей страны. Да одно только пугает. Страна слишком большая. Да, широка страна моя. Много в ней. Ну, ничего.
Справимся, нам не привыкать. А вот я привыкнуть никак не могу. Ирина, Ирина, принесите мне, пожалуйста, мою сумочку. Спасибо. Все, езжайте. Да. Спасибо. Не забудьте дать график работы вашей конференции дирекции моего телеканала. Все. Все хорошо. Идите. Что-нибудь еще? Как поживают наши муравьи? А их больше нет. Этот ваш господин Гашковский, он мне помог. В чем помог? Ловить муравьев? Нет. Он, когда приезжал в прошлый раз и увидел то, что я плакала, подсказал мне одного человека. Это его друг. Он изобретатель. Он вчера приехал с каким-то маленьким приборчиком, включил его. Он 2 часа поработал, и после этого все муравьи ушли. То есть они вот так вот все собрались и ушли? Ну да. Ну ладно. Значит, можно больше уже не плакать. Не играть в игры на моем компьютере. Завтра у нас конференция начинается. Ты гостиницу гостям проплатил? Проплатил. А полиграфию забрал? Забрал. А курьер из прокуратуры приходил? Приходил, приходил. Забрал деньги для своего шефа. Те, что вы оставили. Правда, сказал, что мало. Вот сволочи, а? До решения дела в нашу пользу больше ни копейки не дам. А вообще, Дима, ты молодец. Да, кстати, Дим! А? Охрана! Владимир Юрьевич. Что? У меня к вам личная просьба. Какая? Увеличьте, пожалуйста, мне зарплату. Ты? Я. Попал? Нет. Похоже, оптика подвела. Я его все равно достану. Надо снять фотографии. Хорошие фотографии. Ну, умерли ребята, что теперь их фотки со стенки снимать? Да я против ребят ничего не имею. Просто вот так вот подойдешь к стенду, посмотришь, и руки опускаются. Начинаешь сотню раз думать. Стоит ли выходить перед камерой и говорить людям правду, или не стоит? Да, правильно. Не стоит нам лишний раз о смерти думать. Надо с этим что-то делать. Миш, что ты думаешь по этому поводу? Девчонки предлагают снять фотки. Отряд, который не заметил потери бойцам, это сброд. А человек, который сам хочет забыть о своих товарищах, не заслуживает вообще никакой памяти. Слишком часто бывает в отъезде. Его видели в Берлине. Тройной агент. Предположим, я тройной агент. И даже тройной. Но сознание того, как велика моя власть, дрожит его. Думаешь, я дрожу? В пятницу вечером на нашем канале. Его мнение и планы определяют все, что происходит. Отлично.
утра в джунгли утонулся. Спасибо. Ну и как она? Жива, слава богу. Отставить, док. Слушаю, генерал. Не нравишься ты мне. Слишком много эмоций. Слушай, а может ты в нее, а? 2 недели назад она отдала за меня свою жизнь. Хочешь остаться живым, не теряй самообладание. И еще запомни. Первыми отдают жизнь те, которые любят нас, и те, которых любим мы. И это закон. На себя плевать. О них подумай. О, сержант. А майор Талгат Керимов у себя? У себя. А тебе чего, мужик? Назначено мне. Представить как? Капитан 3-го ранга в отставке Петр Дьяченко. Пройдемте. Правильно сделали, Петр Сергеевич, что зашли. Я свое слово держу. Завтра же зайдете в наш районный отдел милиции, в паспортный стол. Я им еще раз перезвоню, напомню. Насчет общежития. Я ваш военкомат напрягу по старому месту жительства. Думаю, за неделю что-нибудь решим. Ну и подумайте насчет работы. Я бы вас мог куда-нибудь пристроить, да только не знаю, к чему у вас душа лежит. Спасибо, Толгат, я должник. Да перестаньте, Петр Сергеевич, уж я-то вам за большее благодарен. Ну, в общем, сделаем все, как вы говорите. Но только за освобождение ваше не меня благодарить надо. А кого же? Да есть человек один, Шрёдером зовут. Странное имя. Странное, и человек странный. Его никто понять не может там, внизу, его все боятся, а король так ненавидит даже. Убил бы таки шкатанка. Этот Шрёдер, он сам по себе, ему никакой король не указ. А найти его можно? Найти можно, если он сам захочет. А насчет работы, я бы в метрополитен пошел. На любую работу, мне под землей не привыкать. Ну ладно. Постойте-ка, Петр Сергеевич, так дело не пойдет. Мы пойдем другим путем. Время, надеюсь, у вас есть? Да времени навалом. В метрополитен я сейчас же позвоню. Не так все и сложно. Ну вот, Петр Сергеевич, совсем другое дело. Состояние современных крупных городов, к сожалению, очень далеко от состояния экологического равновесия. Круговорот вещества и энергии в городах происходит по законам, которых в реальной природе просто не существует. Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек скважинами и колодцами, а также загрязнения. Да, всего на одну минуту. Да, хорошо. Пойдемте. Практически полностью уничтожается почвенный покров, а растения в городах развиваются в условиях постоянного угнетания. Бога ради, простите. Вы помните после того случая в ресторане, ну, когда официанта убили? Ну-ка. Я ведь вас не послушал. Разозлился чего-то и визитку вашу выбросил. Ничего, у меня еще одна есть. Да, конечно. Вот. Вы тогда сказали, чем больше охраны, тем больше трупов. Ну да. Вот видите, хожу теперь с охраной. Ваши? Да, мои. И на меня не первый раз совершают покушение. У вас появился спонсор? Можете охранников держать? Да, спонсор, конечно.
Но дело в том, что я бы не хотел придавать это дело огласке. Какому спонсору нужен человек с проблемами? Так вы их решите. А что от вас хотят? В том-то и дело, что я не понимаю, чего от меня хотят. А самое страшное, я не понимаю, кто. Но хоть догадываетесь? Боюсь, что на догадки у меня уже нет времени. Вы сказали, что могли бы мне помочь. Да, говорил. Тот же вопрос. Кто был заказчиком статьи про биодобавки? Покойному журналисту Богдану Соколеву. Вы же прекрасно понимаете, что мы экологи, но далеко не идеалисты. Да, это да. Да. И наша борьба за экологию зачастую бывает просто хорошо проплачена. Кому говорить? Да. Но имена заказчиков у нас за семью печатями. Угу. А вы жить хотите? Ладно. Будем надеяться, что число людей, желающих меня убить, после этого не увеличится. Да, да, куча уже. Слушайте, типун вам на язык. Ну, да. Значит так. Приходила женщина, предприниматель. Сказала, что сеть ресторанов «Пикник» – ее конкуренты. Ну, ему предложила нам заработать, а их культурненько съесть. Ну, как зовут? Представилась Екатерина Нечаевой. Красивая. Да. Волосы, знаете, в пучок сзади собраны. Вот, ничего характерного. Вот, увидел бы, я бы узнал, а так нет. Знаете, а приходите ко мне завтра в редакцию. У меня в компьютере есть программа «Фоторобот». Ну, вот посидим, посмотрим, может быть. Я вот только одного не могу понять. Каким образом это связано с моей проблемой? Так и я одного не могу понять. Вы жить хотите? Хочу. Тогда приходите. И технологии перерабатывая. Ладно. Я приду. Удачи. Берегите себя. Последствия такого положения вещей нетрудно проследить на примере самой Москвы. Почвы в пределах города значительно отличаются от своих аналогов, характерных для природной зоны кислых и дерново-подзолистых почв. Повышенное значение pH до 9,15 обусловлено поступлением из атмосферы большого количества карбонатов кальция и магния. А чем так напуган наш общий знакомый Гашковский? Или мне показалось? Нет, вам не показалось. Он утверждает, что его постоянно хотят убить. Вам боится сказать, потому что думает, деньги перестанете давать. И сколько раз его уже убивали? Ну, раз 8. Замечательно. 8 покушений. Такое впечатление, что с ним работает хороший имиджмейкер. Не надо рассказывать ему о том, что я в курсе его проблемы. Пусть живет, как жил. Деньги я буду давать ему и дальше. Какие впечатляющие размеры. Да. Но на нашей планете были другие условия. И действовали другие факторы роста. Ну, если эти факторы действовали естественно, видимо, сегодня их можно воссоздать и искусственно. На этот вопрос вам с удовольствием бы ответил Глеб Савченко, но непокойный. Майкл. Майкл, я с нетерпением жду результатов вашего поиска.
Я же ученый. А связался с убийцами. Пистолет отдай. Нет, пистолет тебе не нужен. Они счет выставили. Слышишь, они дом хотят, чтобы я на них переписал. А я что с ними мне разговаривать? Я завалю их, а потом сам. Стойте, мужики. Дальше идти нельзя. Разрешение надо брать. Разрешение, блин. Майор уголовного розыска Талгат Каримов для посещения городской канализации берет разрешение у короля бомжей. И где, позвольте узнать, приемная высочайшего монарха? Короче, хрен знает что. Помню, как в яму свалились. А дальше ничего. Оружия нет. И документов тоже. Мобильника тоже. А я же вам говорил. Я говорил, не надо дальше идти. Вы же не слушаете. Ты у нас умный, я смотрю. Опять будешь про короля бомжей парить? Надо было. КПЗ тебя держать надо было. Там бы быстро во всем сознался. А не в канализацию с тобой рассекать. Эй, какого черта? Твою дивизию, а? Эй, есть тут кто-нибудь? Так. Чего речь-то? Короче, так. Не знаю, как там тебя зовут. Меня зовут Петр Сергеевич. Значит так, Петя, 3 секунды, и ты открываешь эту мышеловку. А я, как работник уголовного розыска, обещаю ничего не предпринимать. А иначе я и тебе, и твоим дружкам такую облаву организую. Значит так. Раньше у него, ну, много всякого народа бывало. Чуть не каждый день приезжали. А вот последний месяц не часто. Пил он запойно. После тюрьмы любая жизнь кажется раем. Даже если ты в розыске. А я полжизни в розыске. А ты нет? Вообще-то я официально мертв. Явился. Где ты был? Съездил на рынок, купил карту у одного неформала. Карта чего? Подземной Москвы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько лет живу, но такого еще не доводилось. Что случилось, товарищ майор? А то, Гена, что прогулом своим недельным мы себе всю судьбу испоганили. Пока мы с тобой у бомжей в клетке гречневую кашу с тушенкой жрали, нас тут по всей Москве и области искали. Ой, начальник разве что меня ногами не пинал.
Да говорите, что, премию, что ли, сняли? Ой, Гена, Гена, Гена. Ой, Гена, как сказать, даже не знаю. Снимаю с тебя одну звездочку. Что? Да. А вы что, в капитана, что ли? Да не совсем. Извини, Ген, смолодушничал я, да. Все на тебя и свалил. Ну, подумал, ты молодой, у тебя все еще впереди, наверстаешь. А я уже 6 лет в майорах хожу. Ну, куда мне уж опускаться? Вот и выбрал между погонами и совестью. Ну, все. Я только что потерял веру в человечество. Да? А я думал, чувство юмора. Но вы же никогда не шутили. Ай, канализация, Гена, канализация. Она меня к жизни вернула. Ну, а премии нас таки лишили. Ну и работы обещали еще подкинуть. Лейтенант Серов слушает. Ага, даю, Каримова, оперативный дежурный. Ну, что я говорил? Каримов слушает. Да, понял. Свяжитесь еще раз с группой и скажите, что без меня ничего не трогали. Ясно? Все. Поехали, Гена. Убийство. В институте пищевых технологий. Ох уж мне эти институты. Давай, клюет! Тихо. Прозектор не хирург. Прозектору торопиться, Мишаня, некуда. Опа! Ах ты! Слушай, такое ощущение, что я на другой планете. Все, город, а здесь дача, река, рыбалка. А знаешь, когда я здесь был последний раз? 6 лет назад, Миша. А я вообще рыбалку не люблю, знаешь? Я каждый раз представляю себя на месте рыбы. Миша, мне жалко рыбу. А вот рыба не представляет себя на месте червяка. И посмотри, какая тема. Процесс жизни на земле – пожирание друг друга. Причем самое неприятное – заживо. Знаешь, один наш травматолог посещает секту. Секта такая восточная. Так вот он не убивает даже тараканов. Он их собирает в спичечный коробок, выбрасывает в окошко и говорит красиво. Он говорит: «Я не желаю отягощать свою карму, а?» А по поводу комаров он ничего не говорил? Да спрашивал я у него про комаров, спрашивал. Но он говорит, что комаров надо отгонять. Чего? Ну, отгонять комаров, понимаешь? Отгонять. Но убивать нельзя, потому что если ты убьешь комара, то в следующей жизни станешь комаром. И тебя, когда ты полетишь жужжа за свежей кровью, обязательно прихлопнут. Блин. Слушай, ты в этой кепке на Дуримара похож. Он работал с нами на кафедре 10 лет. Отличный работник, устойчивая психика. Я не видел никаких предпосылок к такому поступку. Даже в голове не умещается. У него были враги? Какие враги? Нормальная работа, нормальные коллеги. Я никакие... Будем разбираться. Ничего не понимаю. Ну что, Панарин? Кто такой? Кудинов Леонид, отчество не помню. Демьянович. Леонид Демьянович. Педагог? Физик. Физик. Он что, до сих пор под напряжением? Так вы же сами сказали ничего не трогать. Вот мы и не трогали. Ну, мало ли, а вдруг он еще жив был? Да не был он жив. Провода-то во рту. Если через слизистую оболочку долбануло, то ж наверняка. Может, он сам додумался? Товарищ майор, его, по-моему, сначала оглушили. У него кровопотеки на голове. Да ясно, что оглушили. Какой нормальный человек сам себе провода в рот засунет? Слушай, разберись-ка лучше с коллегами его. Чего мы там наловили? Да ничего. Вон, 5 штук этих карасей каких-то. Ну, кстати, смотри, один вообще какой-то странный, а? Слушай, смотри, совсем без чешуи, это мутант. Да это какой-то мутант, я тебе говорю. Ну, какой это мутант? Ну... Это лень. У него отродясь чешуи не было. Так, ну что будем делать? Отпускаем? Ну а чего, конечно. Не будем отягощать карму. Ну и слава богу. Ну а ты чего набираешь-то, а?
чего-чего. Воду беру на анализ. А, ну да, прости, я забыл, что ты стал великим экологом. Ай, Михряня, Михряня, ведь раньше какое время было, а? Вот человек мог подойти, блин, к любой воде, ну к любой речке, к любому озеру, напиться чистой, нормальной водицы. Ни тебе химии, ни бактерий, ни ядов. Красота. А это, Мишань, не река. Это труп. И вода здесь – это трупный яд. Нечего нам здесь делать. Пойдем отсюда. О, Господи. Как же хорошо. Как правильно вы сделали, что купили дом в верхнем течении Москвы-реки. Да? Да. Вы знаете, в нижнем течении вода намного грязнее, чем в верхнем. И по микробиологическим, и по химическим, и по многим другим параметрам. Какой кошмар. А вы знаете, в конце 90-х была предпринята попытка очистить русло Москва-реки в городской черте. Хотели как лучше. Так вот, промывочная волна подняла грязь с донных отложений и вынесла все это за пределы города в область. И в Оке, ну, куда впадает Москва-река, ниже Коломны, образовалась огромная мертвая зона. Рыба на многие годы покинула эту акваторию. Владимир Юрьевич, вы что, действительно думаете, что мне интересно это слушать? А, разве нет? Да. Это больше похоже на предвыборные тезисы. Нет, конечно, это можно и нужно перевести на язык политических аргументов, но боюсь, что вы плохо понимаете психологию людей. Это никого не касается до тех пор, пока это не затронуло лично каждого. Нет. Нужно событие. Событие? Событие. Страшное событие. Чтобы оно коснулось всех. Если не напрямую, то хотя бы психологически. Где же его взять-то, это событие? А событие надо сотворить. Своими руками. Событие в столице – это резонанс по всей стране. Ваша партия и ее программа вызовут к себе естественный интерес. И только тогда... Только тогда к вам начнут прислушиваться. Ну и как следствие, места в Думе после выборов, ну и приток новых членов. А иначе, милый мой, я не знаю, зачем вкладывать в вас такие деньги. Вы простите, мне сложно так сразу сообразить. Ой, Владимир Юрьевич, я же хотела вас поблагодарить. Моя горничная сказала, что вы помогли избавиться от какого-то дикого полчища муравьев. Это не я. Да вы. Вы, Владимир Юрьевич. Вы привели какого-то умельца... А мои соседи, они просили узнать. Дело в том, что у них такая же проблема. Так как его зовут? Как с ним связаться? Леня Кудинов. Звали этого человека. Его вчера не стало. Убило током в родном институте, где он преподавал физику. Светлейшей головы был человек. Настоящий гений. Ладно, потом поговорим. Я тебе точно говорю, он придет. Ему очень сложно. Прямо сегодня. Я так и остался здесь, влазить. Привет. Здорово. Приятного аппетита. Спасибо. Как дела? Хорошо. Что ни день, то новый труп. Прекрасно. По ночам еще не снятся? Я уже привыкла. Следователь твой знакомый, Долгат, чего ты не взлюбил меня? Физика вчера убили из Института пищевых технологий. Мы приезжаем, там Каримов. Не пустил. Да оставь ты этого Каримова в покое. У него глухарь на глухаре. Других убийств нет? Там интересное убийство.
Физика убили током и повесили плакат с изображением коровы. Знаешь, я вообще обратила внимание, что в последнее время преступления такие странные, с элементами творчества. А почему ты меня не спрашиваешь, как я провожу свободное время? Тебя это больше не волнует? Почему волнует? Я не хочу, чтобы ты пострадала. А почему я должна пострадать? Со мной рядом умный, а главное, надежный мужчина. Кстати, ты знаешь, о чем мы с ним разговаривали? Знаю. Обо мне. Я все жду. Когда тебе покажется странным, что разговор обо мне — это его любимая тема? Борь! А? Слушай, где мои диагнозы? Оформляю, Ген. Да чего там оформлять, там все написано. Главное, диагноз подтвердите все. О, нет, Гена, больше никаких диагнозов подтверждать я не буду, потому что в двух смертных случаях из твоего отделения картина совсем не та, что написано в истории болезни. Вы как списали человека? По гепатиту, да? Так вот, Гена, по вскрытию у него рак печени с грибковым заболеванием, понимаешь? И это еще не считая наличия в организме солей тяжелых металлов. Борис, слушай, ты хочешь мне всю жизнь испортить, да? Мертвым все равно. Гепатит у них или рак печени. Гена, пойми. Хуже, когда врачу все равно. Я не хочу играть больше в эти игры. Все. Знаешь, я хотя и мертвых режу, но я тоже давал клятву Гиппократа. Советую тебе ее перечитать. Да, главное не навредить. Ну все, я жду тебя в 5:30. Договорились. Спасибо вам, Василий Федорович. А то у вас, у кого не спросишь, все только плечами пожимают. Я смотрю, у вас вообще мало кто общался спокойным. Да ни за что. У нас тут вообще никто ни с кем не общается. Институт только взбудоражен. Студенты на лекциях неуправляемы. Говорят, Кудимову корову отомстили. Это черный юмор, медленно переходящий в фольклор. Жестокая молодежь. Сам таким был. Ну, извините, я больше вам ничем помочь не могу. Всего хорошего. Прости, пожалуйста. Добрый день. Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Как можно найти мне Кашина Василия Федоровича, преподавателя? Интересно, интересно. Вчера я был еще никому не нужен. Извините. Коваленко Михаил, журналист. Кашин. Еще раз извините. Меня интересует все, что связано с убийством вашего коллеги Кудинова. Да? Так вот, я только что дал показания следователю. Mm. Вот ему. Повторяться я не намерен. У меня нет ни желания, ни времени. Зарабатывайте ваши деньги на ком-нибудь другом. А сами не хотите заработать? Ну, почему же? Я вообще-то не против. А сколько? Ну что, есть новости? Ты еще какие? Кудинов, оказывается, помимо преподавательской деятельности, был еще и довольно известным изобретателем. Да? Ну и что же он изобрел? Да всякого там понавыдумывал. Приборы там всякие для выведения клопов и тараканов. Но в последнее время он работал над усовершенствованием технологии забоя крупного рогатого скота на мясокомбинатах. Ну и как? Усовершенствовал? Не знаю. Но прибор этот работает при помощи электрошока, и Кудинова убили при помощи электричества. Да и потом плакат висел с этой, ну, с явной расчлененкой. Корова там разделанная, филе, гузок, антрикот. Сам ты антрикот. Ты думаешь, корова ему, что ли, киллера наняли? Да не корова, но кто-то мог сделать это от имени коров. Да, Гена, вот такого я еще не слышал. Товарищ майор, если в этом мире есть короли бомжей, крысы величиной собаку, то убить можно от имени крупного рогатого скота. Железная логика. Слушай, мне даже возразить тебе нечего. Только кроме меня никому этого не говори. Да, вот еще что. Там журналисты шастают один за другим. Сразу после меня приперся, представился Михаил Коваленко. Вот оно как. Коваленко. Он просто так никуда не ходит. Работай, Гена, в этом направлении. Плотно работай. И когда-нибудь, как и я, дослужишься до майора.
Василий Федорович, вы же не у студента взятку берете, а продаете информацию. Не продадите вы, куплю у другого. Не скрою, живу я небогато. Вы знаете, сколько получает преподаватель даже в вузах? Угу. И я не сказал следователю самого главного. И не скажу. И говорю, это уже не поможет, а мне пригодится. Только не надо мне предлагать такие смешные суммы. Сколько? Ну, на покупку квартиры мне не хватает 10 тысяч долларов. Ну, понятно. А вы уверены, что ваша информация столько стоит? Конечно. Те, кто убил Кудинова, предлагали гораздо больше. Один прибор для борьбы с насекомыми чего стоил? Включил в квартире на 2 часа. Ни те клопов, ни те тараканов. А уж генератор чистоты, который он изобрел, позволяющий животным испытывать полную эйфорию, когда их убивают. Это вообще победа гуманизма над варварством. Ну да. Только я так понимаю, победу эту мы еще не скоро будем праздновать. Конечно. Кудимов продал все, включая чертежи. А результат вы сами видите. Вы знаете этих людей? Деньги вперед. Прежде чем я скажу да или нет, один вопрос. Среди этих людей есть человек по имени Воронов? Готовишься к штурму Кремля? К освободительному походу на Африку. А что, у господина Умника есть другие предложения? Я тут совершил одну занимательную экскурсию по местам боевого позора твоих абреков. Что ты имеешь в виду? Прогулялся по подземной Москве. Можешь передать своим хозяевам, что заказы на взрывы просто не имеют смысла. Тем более, если делать их через канализацию. Почему? Видишь ли... В сытый столичный город бездомные стекаются со всей России. Подземная Москва просто кишит людьми, их там тысячи. У них своя армия, свои спецслужбы, своя иерархия. И даже король свой есть. Каким бы бредом это ни прозвучало. Я видел этих людей и даже говорил с ними. Твоих абреков просто перерезали, как баранов. И сказали, если еще раз сунемся, объявят террористам войну. Подземелье – это их дом. И взрывать они его никому не позволят. Что, так и сказали? Да, так и сказали. Это тебе не Африка. Вот такая она, русская загадочная душа. Михряня! Извини. Привет. Привет. Миш, я запарился, понимаешь? Постоянно теперь бегаю из морга в больницу, из больницы в морг. Я ж теперь для всех стал крайне неудобным человеком. Зато сам себя уважаю. Все. Никаких сделок с совестью и никого не списывай по ложным диагнозам. Вот. Все. Вот что с людьми любовь-то делает. Да, Миша, я теперь вот так вот каждую минуту живу, словно Галя на меня смотрит. Только вот, правда, в реальности полная лажа. У меня, знаешь, какой конкурент крутой? Предприниматель, у него своя собственная мастерская. Пиротехническая, у него там петарды, салюты. Ну. Миш, у него такая тачка. Вот мне при моей зарплате 2 жизни горбатится. И он, знаешь, каждый вечер ее встречает, а по утрам привозит. Ну, знаешь, деньгами каждый дурак может. Ты вот без денег попробуй, как я, например. Мишань, у тебя образ героя, а я человек внутренний. Я не знаю, что мне делать, но я не отступлюсь. Все. Присядем. Да, конечно. Ну, ладно, хватит. Что мы все обо мне, да обо мне. Давай, говори, чего там у тебя. Только вот так. Если опять пристроить твоего попугая, Миша, категорический отказ и все. Да нет, разговаривать будем не о нем. Как раз на запретную тему. Опять Тамара. Да, ну не совсем. Помнишь, ты консультировал 2 экологов? Да, конечно. Парень с девушкой. Они, кстати, потом ко мне еще несколько раз обращались. Они, правда, странные. Знаешь, у них какой-то холодный интерес. Но платят классно. А чем интересовались-то? Этиологией. А это что такое? Ну, это насколько смертность зависит от загрязнения среды и какие факторы преобладают. А у тебя связь осталась с ними какая-нибудь? Ну, там у меня в кабинете телефон их записан. Хочешь, пойдем? Да я не буду на тебя ссылаться. Мне же могла Тамара его дать. А если она не подтвердит? Глупая шутка. Пошли. Знаешь, я тебе скажу, что у тебя
попугай, он сумасшедший какой-то. Слушай, у него с башкой точно не в порядке. Он же все время орал, понимаешь? Он орал так, что ко мне люди боялись зайти. Да. Не прерывайте разговор. Вам он ничем не грозит. Я думаю, что вы один из охотников. Я хочу купить у вас 2 недели жизни. Для кого? Для эколога Гашковского Владимира. Мог бы и мне принести. Для него прислуживать женщине и так позор. А принести чай неверному хуже смерти. Надо же. Тяжело быть маленьким и гордым народом. А большим и не гордым не тяжело? Мы воюем за идеалы, а ты за деньги. Получишь деньги, захочешь купить себе домик на Средиземном море с бассейном. Плавать будешь по утрам, в рестораны ходить, гулять с шикарными женщинами. Забыть все захочешь, а не получится. Потому что во сне и воспоминаниях к тебе будут приходить все, кого ты убил, и мучить тебя. А поскольку идеалов у тебя нет, оправдаться тебе перед собой будет нечем. Спасибо. До этого момента я даже не знал, для чего нужны идеалы. Тебе, я так понимаю, они заменили совесть. А мне и то, и другое ни к чему. Я попал к Рубцову прямо из детдома. Он воспитывал меня как боевого пса. Это образ моей жизни. Ты же хочешь его изменить? И для этого тебе нужны деньги. Давай поговорим об этом в другой раз. Пока мне нужны паспорт и трудовая книжка. Что? Трудовая книжка какого-нибудь работяги. Шахтера или проходчика. И чем быстрее, тем лучше. Гашковский по-любому труп. Давайте деньги. Но его все равно через 2 недели убьют. А вам лучше не вмешиваться. А то вас тоже убьют. Она бы не хотелось. Мы вас уважаем. Ну, поживем, увидим. Игорь Семенович, а вы помните подполковницу Марию, которая всю операцию спрашивала: доктор, вы пьян или не пьян? Доктор, вы пьян или не пьян? Вот, старик, ну что ты тут стоишь? Давай к столу. Мог бы и тост, в конце концов, мою честь произнести. У меня все-таки день рождения. Ну, давай. А? Да, тост. Тост. Давай, попробуй вот это, смотри. У меня есть тост. Ну, хватит тост. Я предлагаю выпить за тебя. Да. За твой профессионализм, за твою отзывчивость, за твою доброту, за красоту и нежность. За красоту и нежность? Борь, я все-таки мужик, хоть, но все равно приятно. Спасибо. За вас, Игорь Семенович. Давай. Ура! С днем рождения. Ну, ты дал. Ладно, а теперь танцы. Поднимайся. Ты тоже? Галя. Плясать? Всем плясать? Давайте мы с вами потанцуем. Хватит. Давайте. Смешной вы мой. Что случилось? Кто стрелял? Ой! Андрис, вот это да! Да, спасибо, конечно, но это было уже лучше. С днем рождения! Спасибо, а вы кто? Это подарок, ты Костя, что ты здесь делаешь? Иди. Извините, это ко мне. Галчонок, я тебя уже ждал. Сколько можно? Поехали уже. А, стало быть, это ваш фейерверк за окном. Ну да, мой. А что, не понравилось, что ли? У нас тут вообще-то больница. Люди лежат, лечатся, умирают. Ну и замечательно. Веселее умирать будет. Думать надо головой. У нас тут целая палата инфарктников. Из-за тебя половина могла на тот свет уйти, понимаешь? Да иди так! Я не понял, Галчонок, что у тебя за народ такой? Людям делаешь добро? Не понял. Все, прекратите! Не понял. Прекратите!
Отпустите! Это уже не смешно! А кто урод? Господи, ну погоди, мы с тобой еще встретимся! Пожалуйста, без ваших пиротехнических эффектов. Я тебя в следующий раз на воздух высажу вместе с твоей больницей, ты понял? Ведешь себя как кретин! Иди! А вы, Борис Евгеньевич, просто меня пугаете. До свидания. Да ладно. Да, Борька. Пил-то за красоту, за нежность. А потом побои еще устроил. Ну, это ты шутишь так, да? Ну, конечно, шучу. Молодец. Тебе достались лавры победителя, а ему женская жалость. И Галя в придачу. Ну и нахрена мне вот такие победы? У меня началось просто какое-то раздвоение личности, понимаете? Вы даже представить себе не можете, с каким трудом мне удается сохранять спокойствие в присутствии людей, доверяющих мне. Такое разве скроешь? Это и в прессу просочилось. Эколог Гашковский под прицелом врагов русской природы. Я даже хотел офис поменять. Да что толку? И в новом пристрелят, если захотят. Я решил вашу проблему временно. Вы видели этих людей? Но в ближайшее время вам нужно будет сделать выбор. Такой, скажем, момент истины. Но прежде чем принять окончательное решение, свяжитесь со мной. Они не шутят. Думайте. Да. Я тебе говорил не делать резких движений, инженер Качура. Опять ты. Я. С пивом к тебе шел. Но я тебя сутки жду, поэтому с пивом. Извини. Я за неделю в лесу вообще пить бросил, похоже. Не зарекайся. Неделю? Ничего себе. Да хороший курс выживания. Давай. Земляникой питался. Шишки жрал. Спал в каком-то сарае. К дому два раза приходил. С опушки видно было. Тут милиция 3 дня торчала. Они сначала дома печатали, потом... Наблюдение вели 3 дня. А. Скажи, я уже, наверное, в розыске, да? Не наверное, а точно. И милиция, и бандиты все ищут. А этих троих ты завалил? Ну, давай всем об этом объявим. Пресс-конференцию соберем. По радио выступим. Заодно скажем, как ты на базе чужих разработок для полковника Ворона сделал машину смерти. Машину смерти? Да что ты в этом понимаешь? Я, кстати, думаю, что бандитам Ворона тебя заказал. Они же дом хотели. Сначала дом, потом тебя. Лишних денег не бывает. Ладно, поехали. В другом месте тебя спрячем. Дай пожрать-то, а? По дороге. Чья это квартира? Валера Якута. Из вашего конструкторского бюро. Перед отъездом за границу он оставил мне ключи. Я сам здесь пару раз прятался. Так что поживешь пока тут. Валера Якут уехал из страны. Угу. Попытался. Я проводил его до аэропорта. На следующий день его нашли задушенным.
в помойке. На кухне чай, кофе, холодильник, консервы. Не провожай, мне не надо, я пошел. А вот дверь закрой. Эй, парень, сигаретки-то не будет? Будет. Ага. Что-то я тебя не припомню. В гости, что ли, ходил к кому? Ну, типа. А то у нас двор-то старый, и дом тоже, того гляди, рухнет. Одни пенсионеры доживают. Кавалерки, наверное, якуту. Точно. А сам-то он где? Он в Индонезии, в командировке. О. Да, попросил за квартиры посмотреть. А, ну, просил, так давай. Ладно. Спасибо. Нет, тут что-то неладное. Валерки нет. Зашли вдвоем, вышел один. Надо участковому сказать. Да, надо участковому сказать. Да не надо, Демьяныч. Ты же обещал. И в ЖЭКе обещал не говорить. Проспался уже, слесарь хренов. В ЖЭКе-то тебя уже, небось, обыскались. Вот уволят, и поедешь ты обратно в свою Пырловку. Нет, Коля, я в твои годы столько не пил. Слушай, а что это у нас так воняет, дворницкая? А? Ты что ли воняешь? Да не я это. Это у тебя вон из колодца воняет. Я вчера еще внимание обратил. Во, блин, у нормальных слесарей в колодцах не воняет. Крыса, что ли, там сдохла? Как еще этот дом стоит? Скоро весь провалится в канализацию. И действительно, крыса тут, что ли, а? Коля, принеси фонарь, не сиди там. Посвети-ка иди мне. Вот лейтенант Серов. А представьте, если вам придется заниматься городской канализацией всю жизнь, а? Я уйду на пенсию, а вам на двери прибью табличку. Старший следователь Геннадий Серов. Отдел канализационных расследований, а? Эксклюзив. При такой плотности событий именно этим дело и закончится. Ладно. Ладно. Ближе к делу. Я снял с базы все случаи исчезновения людей в городской канализации за последние 3 года. Полюбуйтесь. Убрал явный несчастный случай, отбросил все случайное и географически отдаленное, и вот что у меня получилось. Максимальное количество происшествий, аналогичных, произошло именно в том самом районе, где пропал наш злополучный диггер. Да, радиус меньше 2 километров. Полюбуйся, полюбуйся. Можно сказать, целое созвездие. Бомжи, слесари, сантехники, дворники, работники коммунальных служб. Жертв не очень много, около 20, но плотность. Допустим. Допустим. Я поднял протоколы. Везде, даже при наличии свидетелей, никто толком ничего не видел. Так, все показания на уровне «был человек» и «нет человека». Как будто и не исчезал вовсе. А так, вышел прогуляться и затерялся голубой дали. Ни частей тела, ни крови, ничего. Полюбуйся, полюбуйся. Но где же раньше была эта статистика? Где? А тут, Гена, сходятся границы 3 райотделов милиции. И каждый, запомни, информацию держал у себя. Где участковые работали спустя рукава, где следственные отделы спустили на тормозах. А так, что под общий знаменатель на уровне ГВД, никому и в голову не пришло. А теперь самое интересное, Гена. Следи за моей мыслью. Следишь? Да.
Вот те самые случаи, которые произошли в этом районе за последние 2 месяца. В среднем 1 жертва в неделю. Это в 7 раз чаще, чем за последние 3 года. А? Смотри, Гена, вот они, все эти 8 жертв. И с учетом хронологии, с явной тенденцией движения в одну сторону. Никто бы не поверил, но это, похоже, факт. Да, Гена. И куда он идет, я не знаю. Кто он? А вот этого Гена, похоже, не знает никто. Ты знаешь, если бы дело было только в ее выборе, я бы, конечно, стерпел. Но дело в тебе. Обидишь девочку – убью. Эта девочка сама кого хочешь обидит. А может быть, даже и убьет. Плохо ты ее знаешь, Коваленко. Может быть. Может быть. Но не дай бог тебе узнать ее лучше. Не дай бог. Ты. О, привет, Ань. Привет. Иди, ждет там тебя твой приятный мужчина. Мы расстались. Вот так вот. Да. И не такой уж он приятный, каким казался. Угу. Значит, нужно было ему голову открутить. А ты в следующий раз, когда захочешь мне нервы потрепать, выбирай кандидатуру чтильнее, ладно? И я надеюсь, ваши отношения не вышли за рамки платонических. А тебе как бы хотелось? А мне хотелось бы его убить. Ну, нет, это слишком жестоко. Мы только целовались. Значит, придется просто морду набить. Не трави душу птицам. Не могу я сейчас. Да, потом поедем. Ляжем с тобой под пальмочкой на песочке, выпьем кокосовой водки, и наступит полная акуна матата. Алло. Да, это я. Рада вас слышать, Майкл. А я думала, что вы исчезли навсегда. Нет, я в городе. Живу прекрасно, трачу ваши деньги на всяких негодяев, подкуп, взятки должностным лицам. В общем, я мистер коррупция. И что самое приятное, мне удается оставаться живым. Но это не главное. Главное, хотел вам сказать, что да, я соскучился по вам. Мерзавец. Мне очень приятно это слышать. Но, к сожалению, я не могу впустую тратить время на встречу. Майкл, найдите мне игрушку, которую я хочу купить. Сегодня в нашей студии находится Рафаэль Шарипович Гараев, президент и один из совладельцев химического концерна «Синтез», который является одним из лидеров в этой области на территории России. Добрый день, дорогие телезрители. Наш концерн «Синтез» основан 3 года назад на базе химических предприятий. В настоящее время концерн является основным поставщиком сырья для легкой промышленности, а также удобрений для сельского хозяйства. Значит так, слушайте меня все. Хочешь заработать деньги? Не задавай лишних вопросов. Если подъехала крутая тачка, не спрашивай, начинай мыть. Наша стратегия – навязчивый сервис.
В лучшем случае заплатят, в худшем случае пошлют в одно место. Слышь ты, ты что забил на меня, а? Я тебе что на работу устраивал? По сторонам смотреть, а? Слушай сюда, повторять не буду. 20% с выручки отдавать мне. Тому, кто будет крестятничать, обещают телесные повреждения, возможность средней тяжести. А ты сегодня все деньги отдашь. Слышь ты, ты куда пошел? Иди сюда. Ты что, оборзел? Иди сюда. Не, ну вы видели? Слышь ты, иди сюда, я тебе говорю.